Здравствуйте. Я знаю, что для многих большой расход электроэнергии – это постоянная проблема. Многие уже поменяли лампочки накаливания на светодиодные, постоянно выключают все электроприборы из розеток, выключают свет, ставят светильники с датчиками движения и сидят в потемках. Но тем не менее, счета за электричество все равно не радуют. Я работаю электриком, и меня давно интересовала эта проблема, и я успешно сократил свои расходы на электроэнергию и уменьшил свои оплаты по электричеству. Чего не будет в этом видео? В этом видео не будет остановок счетчиков, припаивания всяких конденсаторов, деталей и волшебных приборов, которые якобы экономят вам электричество. Что будет в этом видео? В этом видео будет измерение типичных бытовых приборов, сколько они потребляют за один раз, за 5 минут, за час, за день, за месяц и, соответственно, сколько это будет стоить вам в месяц. Ну и, соответственно, какие электроприборы потребляют больше всего, потребление каких приборов можно уменьшить, сократить или полностью исключить, и какие электроприборы потребляют очень мало, пренебрежимо мало, и их потребление можно не учитывать и просто оставить их в розетке, и они на ваши счета за электричество практически не влияют. Возможно, у кого-то из ваших знакомых есть похожая проблема с большим потреблением электричества. Если это видео оказалось вам интересным, можно поделиться этим видео. Если у вас есть какие-то вопросы по потреблению электроэнергии, то можно написать вопрос в комментариях. Возможно, я смогу измерить потребление этого электроприбора. Ну, если вам это интересно, смотрим дальше. Поехали! Hi there, this is exclusive hot radio. Сразу хочу сказать, что видео, скорее всего, получится длинным, и поэтому внизу в описании под видео я оставил тайм-коды, нажимая на которые вы можете перейти на конкретную часть видео и посмотреть, сколько жрет конкретно интересующий ваш прибор. И также в полосе перемотки под видео есть оглавление, оно подписано, то есть прямо на перемотке написано, что можно перейти к потреблению микроволновки, кондиционера и так далее. Для измерения потребления электроприборов я использую вот такой ваттметр. Просто ваттметр включается в розетку, и в него включается прибор, потребление которого нужно измерить. Он показывает мощность, показывает ток, показывает даже стоимость, сколько электроприбор съел денег. И с помощью него даже можно производить кое-какую диагностику. Об этом я покажу чуть дальше. Его я покупал на AliExpress, стоимость его около $10. Можно его купить на Яндекс.Маркете, там есть похожие модели, стоимость их тоже около 1000 российских рублей. Ссылки на все это я оставлю в описании под видео. Так, ну что, включим чайник. Я налил в чайник литр воды, посмотрим, сколько потребит чайник до закипания. В принципе, потребление электричества, потребление электроприбора можно измерить и без такого ваттметра. То есть на чайнике написано 1900 ватт, берем время работы чайника до закипания, умножаем на его мощность, переводим минуты в часы, киловатт-часы и считаем, сколько это выльется нам в месяц. Но не все приборы работают равномерно, то есть, к примеру, холодильник включается и выключается по температуре внутри камеры, то есть неизвестно, сколько времени работал его мотор. Компьютер, кондиционер, они изменяют свою мощность во время работы в зависимости от нагрузки и так далее. То есть для измерения некоторых электроприборов без такого ваттметра не обойтись. Вот, к примеру, он показывает 1700 ватт, считает киловатт-часы, напряжение, ток 8,1 ампера. Минимальная мощность, максимальная мощность. Это тариф 5,66. Это тариф для Москвы. Ну и чайник начинает работать громко, начинает меня перебивать. Поэтому подождем, когда он закипит. Так, ну вот, чайник выключился,
и он показывает 0,1 киловатт часа потребил до закипания. Так, что еще показывает? Стоимость 0,57, то есть до закипания чайник сожрал 0,57 рубля 57 копеек. Я считал это по московскому тарифу. Ссылки на тарифы России, Беларуси и Украины, которые действуют с 1 января 2021 года, я оставлю тоже в описании под видео, чтобы вы могли посмотреть тарифы своего района. Если тариф Москвы, к примеру, 5,66, то 0,1 кВт-часа, соответственно, 56 копеек. Это стоимость одного вскипячения 1 литра воды. Если взять эмпирически, что чайник в день закипает 5 раз, то есть вы, допустим, пошли на работу утром, включили чайник, потом пришли вечером, включили чайник один раз, и кто-то еще пользуется им 3 раза в день, то есть кум, брат, сват, жена, кто-то его включает еще 3 раза. Примерно 5 раз в день умножаем на 30 дней, получается 150 раз в месяц. 150 раз в месяц умножаем на 0,1 кВт-часа, получается 15 кВт-час. Это вклад чайника в общее потребление электроэнергии в вашей квартире. Ну и если мы берем 15 кВт по этому тарифу 5,66, это получается примерно 85 рублей в месяц. Примерно по такой схеме я буду рассчитывать потребление всех электроприборов и буду показывать эту стоимость в месяц для России, Беларуси и Украины и добавлять ее куда-то сюда или сюда, где на монтаже будет свободное место. Ну и все электроприборы, которые я буду измерять, до которых добрались мои руки, будут отсортированы от максимального электропотребления и дальше в конце будут с самым минимальным электропотреблением. Ну что, поехали считать дальше. Самым первым устройством, которое потребляет, по моему опыту, больше всего, является компьютер. Вот, допустим, мы включаем компьютер, просто включили его в розетку, он еще не запущенный. Лампочка монитора мигает в режиме ожидания, он потребляет 4 Вт. 4 Вт много это или мало, про потребление устройства в режиме ожидания я расскажу чуть позже. Но вот мы запускаем компьютер, и он потребляет где-то 100-120 Вт в режиме запуска. Чтобы было понятно, у меня компьютер старенький, он стоит пылится в углу, он далеко не игровой, и если на нем запустить видео в формате Full HD, то он уже нагружается на 100%. И вот он стоит, просто он запустился, он не крутит диски, он ничего не считает, не запущено видео, не идет никакая игра, он потребляет 100 Вт. Много это или мало? Допустим, если у вас, не дай бог, осталась старая лампочка накаливания, и вы где-то включили в коридоре, на кухне лампочку накаливания на 100 Вт, вы знаете, что это плохо, и вы стараетесь ее выключить, потому что вы знаете, что она потребляет очень много, 100 Вт. Но если у вас запущенный компьютер, просто он стоит и ждет, пока вы будете нажимать на нем кнопки. Вы его не выключаете, потому что, допустим, он снова будет долго запускаться, и вам не хочется этого ждать. Вы думаете, что он просто стоит, он ничего не считает, не играет, он потребляет очень мало. В реальности он потребляет где-то 100-120 Вт. Вот что можно это здесь увидеть. Ну и вот я на компьютере запустил видео, он нагрузился на 100%, и у меня он потребляет где-то 140-150 Вт. Это его максимальная нагрузка, больше он просто не может потреблять, потому что видюха там слабая и процессор там, по-моему, какой-то двухъядерный, 2 ГГц или что-то около того. Но если у вас стоит мощная видюха с тремя вентиляторами, если у вас мощный процессор, процессор может потреблять 100 Вт, 150 Вт, видюха может потреблять 150, 200, 300 Вт, то есть при максимальной нагрузке компьютер может потреблять и 500 Вт. У меня есть друг детства, Макс, у которого игровой компьютер и который играется в игры и даже ведет стримы. У него видюха мощная, по-моему, топовая на текущий момент, RTX 3070, процессор с 6 ядрами, 2 монитора. Ну, в общем-то, я в этом не особо разбираюсь, но вроде бы на текущий момент у него почти топовый игровой компьютер.
Я попросил его, сегодня утром он перед стримом сфотографировал показания счетчика до игры и через час сфотографировал, как они изменились. Ну и в общем, за час разница составила 480 Вт. То есть вы понимаете, что за 2 часа игры игровой компьютер сожрет примерно 1 кВт. В чем суть? Суть в том, что, во-первых, игровые компьютеры потребляют гораздо больше, чем обычный компьютер. Ну и явно больше, чем ноутбук, потому что мой компьютер потребляет где-то 150 Вт максимум. Ну это дохлый офисный старый компьютер. И ноутбук потребляет, ну, в среднем 35-40 Вт при средней нагрузке. Во-вторых, вы можете сфотографировать показания счетчика до и показания счетчика после. То есть можете перед игрой или перед стиркой, перед запуском стиральной машинки сфотографировать показания счетчика, сфотографировать после, записать, вычесть разницу, и вы поймете, какое у вас потребление, даже без ваттметра. Ну и в-третьих, если у вас нет времени, если у вас нет желания надолго зависать в игре, вы можете заглянуть на канал Макса и принять участие в игре, посмотреть его видео или принять участие в стриме. Он ездит на машинах, разводит какие-то товары по Америке, по Европе, по-моему, American Truck Simulator, летает в элитку, такой интересный космос-симулятор, и выполняет там какие-то задания, что-то перевозит, расстреливает пиратов, ну, иногда играет в ковбоев, играет в какие-то охотничьи игры, стреляет из ружей и так далее. Ну, в общем-то, и все время он что-то рассказывает, все время он что-то болтает. В общем-то, на его канале интересно, рекомендую, ссылка будет в описании под видео, проходите. То есть, как можно сэкономить энергопотребление компьютера? Ну, во-первых, можно им меньше пользоваться, как это не очевидно, то есть его не включать. Во-вторых, можно выключать его в режиме ожидания, то есть, чтобы не было потребления этих 4 Вт, которые он потребляет в режиме ожидания, можно выключать компьютер, монитор и все, что к нему подключено, кнопкой на сетевом фильтре или удлинителе, как это сейчас называется, просто чтобы все обесточивалось. Можно, если компьютер часто стоит в режиме ожидания и потребляет эти 100 Вт, можно настроить автовыключение монитора. При этом будет экономиться где-то 20 или 30 Вт. Вот, допустим, я выключил монитор, и 20 Вт потреблять стало меньше. То есть компьютер потребляет не 100 Вт, а где-то 80. Или можно настроить автовыключение монитора, или же выключать просто монитор кнопкой. То есть компьютер не запускается, вы подходите, включаете монитор, и он уже запущен и готов к работе. Что еще можно сделать? Можно продать компьютер и поменять его на ноутбук, или, допустим, у меня знакомый купил Xbox, и у него сразу минус 100 кВт в месяц ушло. То есть значительно стал меньше платить за электричество. Если вы на нем играете, можно купить игровую приставку, Xbox, PlayStation, они потребляют значительно меньше. Ну и ноутбук потребляет раза в два меньше, чем компьютер, потому что там все же заботится о энергосбережении. Ну и посчитаем, сколько компьютер может потреблять. Допустим, гипотетически, если у нас компьютер потребляет в работе 100 Вт, то есть вы пришли, вы хотите посмотреть видео, что-то кому-то написать, почитать, компьютер сильно не нагружается. Допустим, 150 Вт, вечером после работы 3 часа, ну и где-то это делаете 5 дней в неделю. То есть, все же выходные вы проводите, может быть, без компьютера, как ни странно. То есть, получается 5 дней в неделю, 3 часа, это при мощности 150 Вт, 9 кВт-час. Ну и по деньгам это будет 50 рублей в месяц. Примерно так. Или вы, допустим, пришли, у вас есть свободный день, суббота или воскресенье, и вы решили так плотно поиграть. Вы сели за игру, у вас уже рядом 3-4 кружки с кофе или с чаем, бутерброды, и вы играете в игру 8 часов. Компьютер, допустим, при средней мощности потребляет 300 Вт, за 8 часов он потребит 2,4 кВт-часа. И одна игра вам обойдется по деньгам в российских рублях, по российским тарифам 13 рублей. Это 8 часов игры средней мощности. Ну, я думаю, что реально оценить, сколько потребляет ваш компьютер, можно, если вы включите его вот в такую штуковину или что-то похожее.
Ну и третий вариант, если компьютер стоит просто в простое, то есть вы ничего на нем не делаете, он ждет, пока вы к нему подойдете, и он потребляет, допустим, 100 ватт. Ну, у меня потребляет где-то чуть больше, 100-110. Он стоит так 2 часа в день, получается в месяц 4 киловатта. Ну, это стоит 22 рубля. Ну и последний вариант, это компьютер в режиме ожидания. То есть вы не выключаете сетевой фильтр, на компьютере мигает лампочка на мониторе, и он ждет, пока вы его запустите. 4 ватта, 30 дней, то есть он включенный в таком режиме постоянно. Получается где-то 3 киловатт-часа. И это стоит примерно 16 рублей. Вроде бы суммы небольшие, то есть если поработать 3 часа после работы вечером, это будет 9 киловатт. Если в режиме простой он стоит 100 ватт 2 часа, еще 4 киловатта. Но реально, когда я перестал использовать компьютер, когда я перешел на ноутбук, то за электричество я стал платить значительно меньше. Просто у меня ушло, по-моему, где-то минус 80 киловатт. Знакомый начальник мой купил себе Xbox, продал компьютер, и тоже у него ушло минус 100 киловатт. То есть компьютер берет по моему опыту, и не только по моему опыту, многие люди так говорят, он берет реально много. Так что рекомендую пользоваться компьютером меньше. Второе устройство в моем рейтинге энергопотребления – это холодильник. У меня холодильник Атлант с двумя компрессорами, то есть один компрессор работает на морозильную камеру и второй на холодильную камеру. Холодильник класса энергопотребления А. На сайте Атлант заявлено, извините, я буду читать по бумажке, 374 кВт-часа в год потребление именно этого холодильника. И если поделить на 12 месяцев, то примерно 31 кВт в час должно быть потребление в месяц. Но я замерил потребление за ночь примерно 1 кВт в час, и за сутки потребление за 24 часа работы составило примерно 2 кВт в час. То есть несложно посчитать, что за 30 дней потребление этого холодильника будет примерно 60 кВт в час. Такая сумма будет вашей жировки. Ну и нужно сказать, что есть разные классы энергопотребления. То есть у меня холодильник среднего класса энергопотребления, класс А. Это не самый плохой класс, но и не самый хороший. Есть классы С, Д и так далее. Но есть классы А, есть классы А+, 2+, 3+. И если вы купите холодильник А 3+, то он будет потреблять значительно меньше. Он будет потреблять не 60 кВт-час, а будет потреблять 30 или даже, может быть, 20. То есть, что получилось у меня? У меня получилось в месяц 60 кВт. Если пересчитать эти 2 кВт-часа в сутки на 30 дней, и в месяц это будет стоить 340 российских рублей. Ну и как сэкономить на потреблении холодильника? Это, естественно, меньше его открывать, реже открывать дверцу, чтобы туда не заходил теплый воздух с комнаты, не ставить туда горячие продукты. Ну и, может быть, купить холодильник классом повыше, то есть купить холодильник А2+, или А3+, потому что холодильник будет работать 10-15 лет, и за это время он сэкономит вам большие деньги, если даже он будет стоить дороже. То есть такая покупка, я считаю, что оправдана. Следующее устройство в моем рейтинге по энергопотреблению – это посудомоечная машина. У меня нет посудомоечной машины дома, но мне удалось измерить потребление посудомоечной машины Indesit с классом энергопотребления А2+. Что получилось? Посудомоечная машина стояла в цикле 2 часа. Это нормальный цикл, в котором она нормально моет посуду. И потребление получилось 0,6 кВт-часа. То есть одна мойка посуды получилась 0,6 кВт. Ну и в деньгах это будет 3,3 российских рубля. Соответственно, если мы моем посуду один раз в день, то есть загружаем посудомоечную машину один раз в день, и в конце вечером она ее моет,
получается примерно 18 киловатт в час, это в месяц, и в деньгах, в российских рублях по московским тарифам это получается примерно 100 рублей. Ну, при этом это посудомоечная машина класса А++, и при этом она работает на горячей воде, то есть она воду сильно не подогревает. Следующее устройство, которое потребляет электроэнергию зазря, это бытовая техника. То есть это усилители, это какие-то DVD-проигрыватели, там системы 5.1, 6.1 с сабвуфером и так далее. Но и не только. Вот, допустим, старый советский усилитель. Включаем его в розетку. Так, никакого потребления нет. Включаем его кнопкой. Потребление 13 ватт, то есть он ничего не усиливает, музыка не играет, входного сигнала нет, потребление 13 ватт просто так. Вот усилитель Эленберг, ситуация аналогична, потребление 0, включаю кнопкой, диска внутри нет, он пишет нет диска. Тоже ничего не играет, ничего не усиливается. Вот, потребление 25 ватт. Просто в режиме простое он потребляет круглосуточно 25 ватт, просто ничего не делая. Довольно странно. Ну и что еще может быть? Вот, допустим, паяльная станция. Тоже, если здесь, допустим, есть кнопка выключения, можно выключить. Здесь кнопки выключения нет. Просто паяльная станция потребляет в режиме простое 4 ватта. Чем объединены все эти устройства? Они все объединяются тем, что внутри обычный трансформатор. То есть сейчас большинство устройств работают на импульсном блоки питания, там стоят импульсные трансформаторы, которые в режиме простоя, когда они не берут нагрузку, когда они нет выходного сигнала, нет выходной нагрузки, они потребляют ничтожно мало, такие как зарядки сотовых телефонов, зарядки ноутбуков и так далее. Но в аудиотехнике, ну в качественной аудиотехнике, там стоят обычные старые трансформаторы, такие здоровые, иногда стоят тороидальные, иногда стоят просто квадратные трансформаторы, которые просто в режиме холостого хода, когда нет на них нагрузки, они все равно потребляют электроэнергию. И аналогичный трансформатор стоит здесь в паяльной станции, и он тоже постоянно жрет электричество. Если, допустим, здесь есть кнопка выключения, можно выключить и избежать потери электроэнергии, то здесь кнопки выключения нет. То есть вот, допустим, я включаю, паяльная станция запускается и потребляет. Я выключаю, а она полностью не выключается. Она все равно немножко жрет. Ну, как бы 4 ватта это не так много. Но если, к примеру, посчитать, что у вас стоит какой-то DVD-шник, усилитель, как этот Эленберг. К примеру, если он включенный круглые сутки, просто вы его не выключили кнопкой, он потребляет 25 ватт, то в месяц это получается 18 киловатт-час. Ну и в российских рублях это получается около 100 рублей в месяц. Этого очень просто избежать, просто выключаем эту кнопку и все. Как это можно определить? Ну, это можно определить с помощью вот такого вот тестера, счетчика, ваттметра. Если бы не этот ваттметр, я бы никогда не узнал, что они потребляют такую мощность, во-первых. Ну и во-вторых, есть такой признак, что если устройство нагревается, просто стоит, допустим, усилитель на полочке, где-то пылится, вы ложите сверху руку, и он теплый. Хотя он не играет, музыка не качала перед этим 2 часа, соседи вам стенку не стучали, просто стоял усилитель. Он сверху теплый, значит, он потребляет электроэнергию. Но аналогично с паяльной станцией, когда она постоянно включена в розетку, она сверху немножко теплая. Вот такой косвенный признак. Так что выключайте ваши звуковые устройства, выключайте кнопкой или выключайте общий выключатель на пилоте, на фильтре сетевого питания. Это сможет вам сэкономить 10, 15, 20 ватт
в зависимости от того, сколько у вас стоит таких вот пожирателей электроэнергии. Следующее устройство, которое жрет вашу электроэнергию, в моем списке, это микроволновка. У меня стоит микроволновка, которая потребляет 1,1 кВт, чуть больше кВт. Ну, микроволновая энергия, она отдает, по-моему, около 800 Вт. Как я ее использую? Допустим, типовое использование микроволновки – это разогрев еды. Нужно сказать, что она работает тоже не совсем очевидно. То есть, если мы включаем на полную мощность, она работает, естественно, на полную мощность. Но если мы включаем в режим частичной мощности 50%, там 25% или оттаивание, то она работает прерывисто. Она сначала включается и выключается, включается и выключается. Вот этим прибором тоже это все явно видно. Это можно, если нет такой штуки, можно увидеть, услышать, вернее, по звуку работы. Меняется звук работы микроволновки. Но не суть важно. Допустим, типовое использование микроволновки, вы включаете ее для разогрева еды на 3 минуты, допустим, 5 раз в день. Я насчитал по счетчику за 3 минуты 0,018. В общем, умножаем эти показания на время работы, умножаем на все это на 30 дней, и получается примерно 8,1-8,2 кВт-часа. Или можно взять просто мощность микроволновки, которая есть в вашем паспорте или на задней стенке. Вы берете мощность, берете минуты, которые она работает в месяц, то есть, допустим, 3 минуты за раз, 5 раз в день, это уже 15 минут. 15 минут умножаем на 30 дней, минуты переводим в часы, часы умножаем на мощность, и получается киловатт-часы. Наверное, все же нужно записать видео по тому, как пересчитать мощность устройства через время его использования и пересчитать в деньги. Если я соберусь записать видео, то оно будет где-то по подсказке вот в этом углу. Вот. В чем суть? То есть, если мы используем микроволновку 3 минуты в день, 5 раз в день греем еду на полной мощности, это выходит где-то 8 или 8,5 кВт-час, и это стоит примерно на российские деньги 50 рублей. Как использовать меньше, как тратить меньше, ну, тут сказать сложно. Можно разогревать еду на вашей плите, или у вас газовая плита, или электрическая. Но, возможно, микроволновка будет даже эффективнее. Дальше. Что у нас в списке по расходу электроэнергии? Это освещение. Лампочки и прочие осветительные приборы. Во-первых, с помощью этого ваттметра можно диагностировать освещение. То есть вы покупаете, к примеру, на AliExpress какую-то китайскую лампочку. Продавец заявил там на лампочке мощность 8 Вт в описании. Вы берете, вкручиваете эту лампу в настольную лампу, включаете. И, допустим, что мы видим? 4 Вт. Ну, я уже не помню, сколько заявлена мощность на этой лампе. На ней мощность на самой не написана, но тем не менее, вы просто берете фотографию, вот мощность ваттметра, вот лампочка, которую вы мне продали, вот она светится. Делаете такую фотографию, отправляете продавцу на AliExpress, открываете спор, возвращаете деньги и все. Это во-первых. Во-вторых, также можно в магазине узнать реальную мощность лампы, сколько она потребляет. То есть в магазине лампочка заявлена как 10 Вт, реально она потребляет 8 Вт. Тоже есть много таких случаев. И еще одна интересная вещь. Здесь есть такой параметр Power Factor внизу. Допустим, для вот этой плохой лампочки. Эта лампочка на блоке питания с конденсатором. В общем, она жутко моргает. Я надеюсь, на видео это не видно. Может, и видно. Но здесь Power Factor 0,47. Если мы включаем лампу накаливания. Так, вот декоративная ретро-лампа, которую я, наверное, буду использовать как подсветку фона.
она заявлена как 25 Вт, у нее Power Factor 1. Если мы включаем светодиодную лампочку с хорошим драйвером, с драйвером, который не позволяет лампочке моргать, лампочка без мерцания, Power Factor будет близкий к 1, то есть 0,95, 0,97 и около того. Ну, у всех нагревательных приборов Power Factor 1. То есть можно диагностировать, хорошая лампа или плохая, по пульсациям, по мерцанию. Ну и соответственно по мощности. Эта лампа заявлена как 25 Вт. Реально она потребляет, так, минуточку, 29 Вт. Ну так как эта лампа декоративная, это не имеет большого значения. Она просто для декоративной подсветки. Ну и вернемся к сути потребления электроэнергии. Если, допустим, типовое, у меня здесь стоит лампочка на 20 Вт. Допустим, она светит 10 часов в день. 10 часов в день на 20 Вт получается 0,2 кВт-часа. 0,2 кВт-часа это потребление за день. Умножаем на 10 дней, получается 2 кВт-часа. За 30 дней получается 6 кВт-часа. То есть, если один человек включает свет за собой и выключает, и у него свет горит мощностью 20 Вт в течение 10 часов, ну это так примерно, то у него расход электроэнергии на освещение получается 6 кВт-час. И по деньгам это получается в российских рублях примерно 35 рублей. Ну соответственно, если у вас живет в квартире не один человек, а 2, 3, 4, все постоянно включают свет и его не выключают, то расход электроэнергии на освещение будет больше. Это по светодиодным лампочкам. Ну, я считаю, что на среднюю комнату 20 Вт светодиодных вполне достаточно. Если же у вас стоят, не дай бог, лампочки накаливания, во-первых, они уничтожают патроны. Если вы ставите сотку, 150-ку, и стоит пластиковый патрон, патрон от этого разрушается, ухудшаются контакты, лампочка начинает моргать, искрить, и потом все это умирает, и можно выкинуть люстру. Ну и во-вторых, лампочки накаливания, они берут очень много электроэнергии. То есть, если 6 кВт можно посчитать на светодиодную лампу, то для лампы накаливания нужно эту цифру умножить раз в 10, ну раз в 8 точно. То есть, это будет не 6 кВт, а где-то кВт 50 в месяц. То есть просто поменяв лампочки накаливания на светодиодные, да, то есть если вы меняете лампочки накаливания на светодиодные, то вы меняете, уменьшаете расход электроэнергии с 50 ватт до 6 кВт в месяц. Ну и соответственно разница будет в деньгах, будет, допустим, вместо 500 рублей сумма уйдет где-то на 35 рублей. Ну если вы покупаете нормальные качественные светодиодные лампочки, то они прослужат вам долго, потому что китайские часто сильно моргают и иногда быстро сгорают. Так что покупайте лампочки в магазинах вашего города и желательно с гарантией года 2. Следующее устройство, которое потребляет вашу электроэнергию, это скороварка. У меня есть скороварка, она мне нравится, готовить в ней очень удобно. И мощность этой скороварки, по-моему, 1000 или 1100 Вт. Ну, не суть важно. Я сделал два измерения. Один раз приготовили рыбу, то есть это пища с небольшим содержанием воды. Нагревать ее долго не нужно. По-моему, время приготовления там 10 минут. Так, скажу по бумажке. У меня получилось потребление 0,182 кВт-часа. Время готовки 10 минут. Но нужно учитывать, что 10 минут это время, когда скороварка набрала нужную температуру, там, допустим, 120 градусов. Она набирает минут 5. И потом еще 10 минут держит эту рыбу и пищу при этой температуре. То есть она греет еду больше, чем 10 минут. Ну еще потом есть режим подогрева.
Ну, не суть важно. В общем, на рыбу ушло 0,182 киловатта, киловатт-часа. И если считать в деньгах, то один раз приготовить рыбу на пару в скороварке, это на российские деньги по текущим тарифам 1 рубль. Соответственно, если вы что-то варите в скороварке каждый день, допустим, каждое утро, получается 30 раз используете ее за день, за месяц, получается по деньгам это 30 рублей, ну и по киловаттам это примерно 5,5 киловатт-часа. Второй вариант я измерил, это сварили суп, супа было примерно литра 4, наверное, то есть такая довольно большая порция. И при этом уже, так как объем воды больше, нужно было потратить больше энергии, чтобы это нагреть. Естественно, скороварка потребила больше энергии. Получилось за 4 литра супа 0,47 киловатт-часа. Если, к примеру, мы готовим суп раз в 3 дня, то получается примерно 10 раз в месяц и получается 4,7 киловатт-часа. Ну и в деньгах получается за один раз приготовить суп это 2,5 рубля, и в месяц это получается где-то 25 российских рублей. Как можно сэкономить на скороварке? Ну, естественно, можно не варить в скороварке, можно варить на газовой плите, если это вам удобнее. Возможно, газ будет дешевле, но в скороварке готовить явно удобнее. Ну и можно как-то ее утеплять, то есть как делали наши бабушки, когда сварили еду, можно накрыть ее чем-то, полотенцем, чем-то, чтобы оно не остывало, потому что в скороварке есть режим подогрева еды после того, как она сварилась. И, соответственно, если она утеплена, то она будет расходовать меньше энергии на подогрев, потому что она, по-моему, работает на подогреве, поддерживает температуру 60 градусов, и она время от времени включается и эту температуру подгоняет. Если она укрыта тепло, соответственно, она тратит меньше энергии на подогрев еды, так как она охлаждается медленнее. Следующее устройство, которое потребляет электроэнергию в моем списке, это телевизор. У меня, честно говоря, телевизора нет, мне он не особо и нужен, мне его заменяет компьютер. Но все же я составил табличку из наиболее популярных размеров телевизоров, то есть 75-ка, 55-ка и, по-моему, 43 дюйма. Так, возьмем средний телевизор, 55 дюймов. Есть такой стандарт энергопотребления телевизора, он измеряется при потреблении 5 часов в день. И я посмотрел на сайте Samsung, телевизор 55-ка потребляет в год 117 кВт-час. Это официальные данные на сайте Samsung. Ну, если мы, соответственно, разделим на 12 месяцев, то получается при просмотре 5 часов в день, получается 3,9 кВт-часа в месяц. Ну, около 4 кВт-час, в принципе, я считаю, что это немного. Ну, и в рублях это получается 22 рубля. Ну и как можно сэкономить на потреблении телевизора? Во-первых, можно его не смотреть. Ну, если все же он у вас есть и его нужно смотреть, можно включить таймер, чтобы телевизор не работал впустую. Если, к примеру, вы включаете вечером телевизор и забываете его выключать, засыпаете под телевизор. Можно на некоторых телевизорах есть датчики присутствия, то есть если человек уходит из комнаты, то телевизор выключается. Это тоже экономит электроэнергию. Можно поставить телевизор в хорошо освещенной или плохо освещенной комнате. Так как у меня нет телевизора, то я не знаю, где его нужно ставить, но смысл в том, что очень большая часть потребления телевизора – это подсветка. То есть, уменьшив яркость подсветки, можно уменьшить потребление телевизора. Ну и можно купить телевизор класса не А, а купить телевизор класса А, допустим, плюс, или А2 плюса, А3 плюса. Чем больше плюсов, тем будет более экономичный телевизор. Но если он у вас просто будет стоять где-то на кухне, и смотреть вы его будете редко, то, наверное, нет смысла покупать телевизор А3+, потому что он будет значительно дороже.
Следующее устройство, которое потребляет электроэнергию, это стиральная машина. У меня стоит стиральная машина класса энергопотребления А+. Там есть несколько классов энергопотребления. То есть есть класс энергопотребления, есть класс отжима и есть класс стирки. Эти классы характеризуют то, насколько хорошо стиральная машина стирает и насколько хорошо стиральная машина отжимает. То есть чем больше класс отжима, тем более сухое белье после стирки. Ну, нас интересует класс энергопотребления. У меня в машинке класс энергопотребления А+. И что получилось? Я поставил ее стираться на 1,5 часа. То есть это такой микс, можно все закинуть. И она стирает и синтетику, и ХБ, и все подряд. По-моему, 1,5 часа. Что получилось в итоге? Так, потребление у меня за 1,5 часа вышло 0,521 кВт-часа. Если смотреть по данным Яндекса на эту же стиральную машинку, то по этому классу получается 0,17 кВт в час на килограмм. То есть там рассчитывается, сколько потребления машинки в зависимости от загрузки. Если вы загружаете ее меньше, соответственно, она потребляет меньше электроэнергии. То есть берем эти заявленные на Яндексе 0,17 кВт в час на килограмм. Смотрим, что я загрузил примерно 3 килограмма и получилось 0,521. То есть примерно совпадает. Что получается по деньгам? 0,521 кВт-часа – это примерно 3 российских рубля. Это постирать один раз. Если же мы используем, к примеру, стиральную машинку 2 раза в неделю, это получается в месяц примерно 8-9 раз. Это получается где-то 4-5 кВт в час в месяц. И в деньгах получается 25-30 рублей. Вот столько стоит постирать на стиральной машинке. Ну, а как экономить? Наверное, все же брать стиральную машинку с большим классом энергопотребления, с лучшим, то есть А+, А2+, и так далее. Ну и, наверное, все же загружать побольше вещей, потому что если стирать большими партиями, то это будет немножко более эффективно. Я так думаю. Следующее устройство, которое потребляет энергию в моем списке, это кондиционер. У меня есть кондиционер. Вроде бы прошлым летом было очень жарко, и все люди бегали, раскупали вентиляторы. И этим летом, когда вроде бы лето началось, подумали, что опять будет жаркое лето, что мы все умрем от жары и так далее. И взяли кредит, поставили кондиционер. И в итоге лето оказалось не очень-то и жарким, и в итоге он не пригодился. Ну, кондиционер такая штука, что он может использоваться и для охлаждения помещения, и для нагрева, поэтому расход его может быть очень разный. Для эксперимента я проветрил комнату, опустил температуру до 20 градусов и включил кондиционер, поставив ему задачу в 25 градусов. За где-то 1,5 часа кондиционер потратил, по-моему, 1,5 кВт-часа и поднял температуру на 2,5 градуса. Ну, соответственно, 1,5 кВт-часа за один раз это стоило около 8 рублей. Много это или мало, потому что условия у всех разные. У кого-то кондиционер будет работать в режиме обогрева. Это будет тратить много электроэнергии и много денег. У кого-то он будет работать в режиме охлаждения. Я думаю, что это будет тратить меньше электроэнергии и денег. Не знаю. Так что у меня нет большого опыта использования кондиционера и сколько он потребляет. Ну и следующее устройство, которое расходует вашу электроэнергию, это ноутбук. У меня средний ноутбук на процессоре i5. Это не топовый ноутбук, не игровой какой-нибудь, но и вроде бы не очень-то и старый. Средненький такой. Я измерил его энергопотребление. Оно начинается от 25 Вт и до 60 Вт в пике. Я включил его, вот он без нагрузки, просто включенный. 25 ватт.
Если на нем запустить видео в формате Full HD на YouTube, то нагрузка процентов 40-50 и потребление его вырастает. Ну и при включении видео в формате 4К это 100% нагрузка, и он нагружается до 60 Вт. То есть на ваттметре видно, сколько потребляет реально в данный момент ноутбук. Ну и как же все это посчитать? Для того, чтобы измерить, сколько реально у меня потребляет ноутбук, в среднем я включил его в этот ваттметр, и он у меня работал какое-то время, по-моему, около недели. Что показал в итоге ваттметр? Время работы ноутбука у меня составило 2 дня 17 часов, то есть в итоге 65 часов работы. За это время он съел 4 киловатта. Если мы делим эти 4 киловатта на 65 часов, то средняя мощность получается где-то 61 ватт. Но следует учитывать, что у меня туда подключен еще второй монитор. Монитор потребляет где-то 20 ватт и усилитель. Все это питалось оттуда же, то есть реально где-то ноутбук потребляет в среднем 40 ватт. Итак, давайте примем 60 Вт, сколько в среднем работает ноутбук. Если вы пришли с работы, посидеть за ноутбуком, что-то почитать, посмотреть ютубчик, допустим, 3 часа в день после работы. 3 часа в день, 5 дней в неделю, получается примерно 2,5 кВт-часа при расходе 40 Вт. Ну и по деньгам это получается 13 рублей. Вроде бы немного, но все же как-то можно сэкономить расход электроэнергии ноутбуком. Можно понизить яркость экрана, это сэкономит ватт 10. Можно включить автовыключение, то есть если вы ничего не делаете на ноутбуке, не нажимаете кнопки, не шевелите мышкой, то через какое-то время он выключается. Можно и нужно, наверное, сделать автовыключение экрана. То же самое, но экономится будет не 25-30 ватт, а экономится будет ватт 10-15, в зависимости от размера вашего экрана. Ну и можно сделать, допустим, чтобы ноутбук уходил в спящий режим. А вот режим гибернации я не советую, потому что если ноутбук часто уходит в режим гибернации, из него возвращается, потом почему-то в Windows накапливаются ошибки, и такой режим я не рекомендую. Так, ну и если у вас мощный ноутбук, если у вас стоит дискретная видеокарта, если он у вас игровой, соответственно, будет потреблять больше. Ну, у меня он потребляет примерно так. Следующее устройство, которое в моем списке потребляет электроэнергию, это телефон. Я думаю, многим интересно, сколько стоит зарядка телефона за один раз и вообще за месяц. Какое потребление электроэнергии от зарядки телефона? Возьмем по максимуму. Вот телефон Redmi Note 9, у него батарея 5000. Я зарядил батарею до конца, то есть я разрядил телефон в ноль, он выключился. Телефон я не включал, чтобы не шла энергия на работу телефона. И я зарядил полностью телефон. У меня потребилось 0,033 кВт-часа. Это одна зарядка. То есть, по-моему, там около 12 копеек. Если, к примеру, мы заряжаем телефон каждый день от 0 до 100%, что вряд ли, то получается, что в месяц около 1 кВт-часа. Ну, соответственно, стоимость этих всех зарядок, если заряжать 30 раз за месяц, получается около 5-5,5 рублей. Но реально, я думаю, что будет меньше. То есть, суть в том, что зарядка телефона потребляет так мало электроэнергии, потребляет меньше 1 кВт-часа за месяц, и как-то беспокоиться о этой стоимости, я думаю, нецелесообразно. Ну и последнее устройство, которое потребляет, как мне показалось, меньше всего, это утюг. Как ни странно, вроде бы утюг — это нагревательный прибор, и он потребляет, этот утюг, 1700 ватт, но у меня вышло меньше всего.
То есть я включил его на 5 минут. За 5 минут он потребил 0,026 ватта. То есть в итоге, если вы будете гладить каждый день по 5 минут, то есть 30 раз в месяц, то суммарное потребление электричества будет меньше 1 киловатта, меньше 1 киловатт-часа. Ну и за месяц электроэнергии в деньгах это будет меньше, чем 5 рублей. Почему это происходит? Потому что утюг, вся его мощность 1700 ватт, она сначала он нагревается до нужной температуры. Я гладил на двоечке. И потом он эту температуру просто поддерживает, иногда включаясь на короткое время. Это можно видеть по лампочке, которая есть на утюге. Но если вы гладите на тройке или если вы используете отпаривание, то энергии при этом будет тратиться больше. Но, тем не менее, по-моему, это не то потребление электроэнергии, о котором стоит беспокоиться. Остальные электроприборы расходуют электроэнергию гораздо сильнее. Ну и что в итоге по энергопотреблению и по вот этому ваттметру? Я считаю, что эта штука очень полезная, мне она очень пригодилась и до сих пор я ее часто использую. Ну, например, вы купили ту же лампочку с Алиэкспресса и, повторюсь, вы можете просто включить, посмотреть, если заявлена лампочка 10 Вт, вы включаете, видите, допустим, мощность 5 Вт, 6 Вт, вы делаете фотографию, лампочка, ваттметр, отправляете китайцу, возвращаете деньги и так далее. Во-вторых, здесь показан такой параметр, как Power Factor. Вот, допустим, лампочка Philips, у нее Power Factor 0,8. У нее практически нет мерцания. Она мерцает, но не так сильно. Фактически она мерцает, как лампа накаливания. Вот у этой лампочки был Power Factor 0,48. То есть Power Factor низкий, драйвер у нее плохой, она мерцает. Ну, это было видно, в принципе, даже и сотовым телефоном. То есть такие функции диагностики, чтобы понять, сколько потребляет ваш энергоприбор реально. Сколько он потребит за месяц, за неделю. То есть можно включить через него стиральную машинку и посмотреть, сколько стиральная машинка у вас возьмет за месяц. Потому что он показывает время работы, минуты, часы и даже показывает внизу дни. И можно задать стоимость вашего киловатт-часа, он покажет, сколько электроприбор съел электричества. Это во-первых. Во-вторых, есть такая небольшая функция диагностики. То есть, допустим, включаем его в розетку, смотрим. Так, напряжение 224 вольта. 224 вольта – это напряжение без нагрузки в данный момент. Ну, 225, к примеру. Берем, включаем чайник. Мощность чайника 1900 Вт, заявленная. Напряжение просаживается до 215 Вольт. То есть было 225, стало 215. 10 Вольт где-то потерялось. Где идут эти потери электричества? Они, во-первых, идут на удлинители, и, во-вторых, на тех проводах, которые уложены у вас в стенах. Или у вас толстая медь 2,5 квадрата уложена в стенах, или старый алюминий, который уже устал и плохо проводит электричество, но где-то 10 вольт теряется. Так можно пройти по розеткам вашей квартиры и посмотреть, допустим, с одной и той же нагрузкой. На чайнике в этой розетке проседает 10 вольт, а там на чайнике уже проседает 20 вольт. И в розетке будет 200 вольт, а не 225. То есть эта розетка уже работает хуже, и в нее не стоит включать какие-то мощные приборы, во-первых. Ну и во-вторых, если включить в такую розетку что-то мощное, то оно будет работать хуже. То есть чайник будет нагреваться дольше, обогреватель будет нагревать тоже хуже и так далее. Ну и, допустим, можно включить этот же ваттметр в розетку и посмотреть, какая будет разница. Так, включаю ваттметр в эту розетку, через этот же удлинитель. Так, смотрим напряжение, те же самые 225 вольт,
и та же самая нагрузка чайник. Напряжение 219 вольт. То есть падает уже не 10 вольт, а падает всего 6 вольт. То есть на этом удлинителе было падение напряжения 4 вольта. И еще 6 вольт падает на проводах, которые идут в стене до вашего щитка. Вот таким образом можно просто по падению напряжения, подключая какую-то постоянную большую нагрузку в разные розетки, можно определить, какие розетки у вас хуже, какие лучше. Потому что некоторые розетки подключены шлейфом, то есть розетка подключена вот эта, от этой розетки подключена следующая, следующая и так далее. То есть они друг за друга все зацеплены. Если в каком-то месте слабое соединение, то какая-то розетка напряжение сильно просядет. Вот такая вот небольшая функция диагностики в этом приборе. Ну и какие советы по экономии электричества? Это, наверное, покупать электроприборы с большим классом, то есть классы энергопотребления А+, А2+, и так далее. Ну и если вы используете электроприбор постоянно, то можно покупать с классом энергопотребления А3+. Ну и все лишнее можно выключать. К примеру, если утюг и сотовый телефон потребляют очень мало, если вы оставите зарядку от сотового телефона в розетке, то вообще она практически не потребляет ничего. За месяц будут какие-то копейки, и это ничего не стоит. Но если вы оставляете в розетке усилитель, который стоит в включенном режиме, музыка не играет, но у него светится диод, и он готов к работе, то этот усилитель будет потреблять энергию. То есть я уже показывал в видео раньше, усилители потребляют 15 Вт, 25 Вт и, возможно, больше. Просто в режиме ожидания. В режиме готов играть музыку. Ну, также DVD-проигрыватели, всякие системы 5.1, 7.1 и так далее. И еще один момент. Вы хотите экономить электричество, чтобы меньше за него платить, но подумайте, сколько стоит ваше время. Допустим, вы включаете не электрический чайник, а вы ставите чайник на газовую плиту, потому что газ стоит дешевле. Но вам приходится стоять возле чайника и ждать, пока он закипит. Потому что если вода выкипит, то чайник расплавится или загорится на нем пластик. Если вы ставите кашу, опять же, она может убежать на плиту или каша может сгореть. Я предпочитаю, допустим, готовить еду в скороварке, потому что я засыпал ее в скороварку, включил, и я забыл про это. Я встаю утром, каша приготовлена по таймеру, она стоит на подогреве, она готова, ее можно есть. То есть я экономлю свое время, и я уверен, что она не сгорит, она не испортится, она будет горячая. Аналогично с чайником, аналогично с микроволновкой. Электричество в нашей жизни приходит, потому что им проще управлять, его проще включить, его проще выключить. Поэтому иногда, даже если это стоит немножко больше денег, может быть, этим стоит пользоваться. Также, если это видео было полезным, то, может быть, стоит им поделиться с кем-то, со знакомыми, с друзьями, у которых большие счета за электричество. Возможно, это будет им полезным. Ну, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то пишите в комментариях под видео. Может быть, у вас есть какие-то вопросы или есть какие-то ответы. Ну и в следующем видео я надеюсь записать про обогрев помещения от электричества. То есть не просто включить обогреватель и он греет сколько он может, а умный обогрев. То есть пришло такое устройство, которое обогревает по времени, по температуре. И посмотреть, что будет экономичнее. Просто обогреватель или обогреватель, который обогревает через уже умную розетку. Посмотрим, что будет лучше. Так что видео про это я добавлю куда-то сюда или сюда. Ну и другие интересные видео с канала будут где-то в конечных заставках. Так что с вами был Радиогубитель. До свидания. This is exclusive.